Идет уборка помещения. Сажаем кроликов. Одного сейчас выкинем. Ухи. Друзья такие бегут. Вот таким образом убираем вольеры. Цел меняется полностью весь. Опилки даже еще не все промокли. Беленькие еще. Еще не хватило. Пойдем за следующим. После обжига обрабатываем дезавидом.
должнее. Ну вот и все. Если бы камера передавала запахи, то помещение пахнет просто свежим душистым сеном. Еще долго будет пахнуть, так как сено добавляется почти каждый день новое. 5 циклов практически. Делаем обработку от мух и комаров. Деревянные бруски, оконные рамы. Насекомых здесь не будет, однозначно. Mm-hmm.